Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть James Bond 007. Давайте продолжить. Улетел. Да, вот самый что прикол, я еще и выживу. Блин, ходит ролик, конечно, и был, но даже само предположение, что выживу, потому что игра, да, дальше продолжается. С дороги! Ой-ой. Наконец-то тем-то пулеметом пореальнее было. Не доверяй. Господи, опять эти чуханы ожили. В машине музыка на всю катушку, чтоб все слышали хрень, место которую движения не установлено. Самолет скрылся за деревьями. Выживших нет. Повторяю, выживших нет. Нет. Мне нужно знать точно. Найдите труп. Есть, сэр. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Вот сейчас мы выдвинемся. На поиски. Ну, а еще и спецэффект наваляли. Дорожка уже протоптана для меня. Не надо, не прошу надо. Вас! Сообщи Раку. Свидетели уничтожены. Вот место крушения. Самолет здесь. Ищем труп. Осмотрите все и найдите тело. Я прикрою отсюда. Тут кто-то есть? У нас проблемы. Какие у вас проблемы могут быть? А? Вот, нет, тихо. Нет, пока нормально так. Дробовичок. Он на строй площадке. Быстро туда. Прикончить его. Вот так. Где ты? Реально, я же тебя еще не подбил, нет? Давай, следующий. Вот так. Блин, осталось-то мало. Вообще патронов-то от автомата-то ни хрена не осталось. Ой-ой-ой. Охренеть. Thank you.
Где-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, осторожней. Блин. Мать его. Так. Ага. Мне нужно еще пристрелить это дело. Вот так вот. Ни хреново я его подбил. Вот так. Так. Здесь что у нас? Ничего. Блин. Да не надо мне это просматривать. Уж точно не сейчас. Нам надо. Ух ты. Калаш лежит. Где ты? Вот так вот. Что?
Так. Не-не-не-не-не-не. Так. Где-где-где? Неплохо, неплохо. Хоть калаш, конечно, помощнее по убойности-то. Блин. Блин, на калаш надо менять в любом случае сейчас. Так вот. Ну-ка давай-ка на калаш поменяю. Вот вроде их поболее, да, калаша-то? Вот тут тоже калаш. Вот и все. Блин, так-то хорошее оружие. Ну давай. А ко мне сюда-то не надо? Нет, сюда не надо было. Ой-ой-ой-ой. Редком еще. Так, так, так. Так. Ага. Блин, где-то что-то с телефоном можно было. Из-за анимации пропускаю автоматически, да? Давай, смертельный выстрел гарантирует уничтожение врага. Смотрим, что ты нам гарантируешь. Сколько еще людей погибнет из-за вашего упорства, мистер? Сдавайтесь. Или закончите как верно. Ага. А что, к боссу иду, что ли, уже? Ну, неплохо, неплохо. Только я не крался, ничего. Вот так. Нет, 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 нет. Вот.
Мы сменим. Подберем патронов даже. Блин, ладно. Патронов нам пока хватает, да? Давай. Вот так. Бегать можно, да? Блин, близко. Откуда? Блин. Чего-то не хватает здесь. Охренеть. Он опускает мост через водослив. Остановите его. Опа. Ой-о. Вот оно что. Так. Блин. Где еще? А тут со снайперки надо было, да, хренакать? Так. С оружием-то как тут? Как с оружием? Так. Ну тут я вроде все сделал. О!
Давай, вот это оружие будем. Ну, по крайней мере. И точное, и грозное. Так, сюда, сюда. Вы по-прежнему уверены в своей правоте? А то. А как же Эдвард, Абин? Вы помогли им? Спасли их? Вижу цель! Куда по мне так хренак? Опа! Ну что значит пристрелите? Я так вам со всем душой. У кого? Вы знаете, как просто было найти Мистер Бонд. Вы оставляете за собой кровавый след. Вы провели нас за собой по всему свету. Блин. Так. О, так я поди еще и правильно завернул. Мистер Бонд, на этой дамбе есть моих солдат. Чем дольше они будут вас ловить, тем медленнее и мучительнее будет ваша смерть. Выход из шахты. Ага. Понятненько. И даже если вы до меня доберетесь... Я уже играла однажды. Могу пока так. Ага. Этих можно вообще не отстреливать. Хрен на них. Так. Что у нас есть? Куда, куда, куда? Тихо-тихо-тихо. На. К чему это все? Во, сюда. Вот он. Зачем рисковать жизнью ради сравнения, скажи, что вас никогда не существовало? Кто пришлет цветы вам на безмятную могилу? Вот так вот. Кто пришлет? Кто-нибудь? Вот так. Это дробовичок. Сюда. Запыхался.
Ой-ой-ой-ой-ой. Да подожди ты, блин. Конечно. Да твою мать. Охренеть. Ладно. С контроля на точке. Вот так. Охренеть. Прикончите его. Где он? Вышвырнул. Давай. Так. Откуда? Вот меня дрессируете-то. И опять самолет. Пока вам везло, мистер Бонд. Но удача не поможет. Блин. Это самолет-вертолет или что? Что он завис-то? За меня он или нет? Вопрос остается открытым. Оцените положение, мистер Бонд. Безнадежно. Спасения нет. Помощь не придет. Вы проиграли. Подожди. Я вас вижу, мистер Бон. Это прекрасно. Что ты меня видишь? Да как же? В этот раз вам не спасти. 0-0-7. Так. Рак, мишень.
Блин. Сумел, успел, смог. Ну, конечно. Да сейчас. У тебя был шанс, Рак. Умоляю, спаси. Я все расскажу. Выдам все имена. Поздно. Я все знаю. Вот так вот. Ну что, взлетел же, падла, на самолете, на самом самолете, вертолете этом. Ну. Для подавления противника. Ну, кстати, неплохо. Вот. В прошлом году хорошая, как сказать, серия игры. Миллионов евро. Владелец, британский промышленник Саймон Портер, разработал технологию производства солнечных батарей. В ее основе монокристаллический кремний и медно-индиевый диселенид. Это должно снизить стоимость киловатт-часа до 1 евро. Хм, интересно. А есть ли спрос на эту технологию? Наши знакомые в Северной Корее утверждают, что хорошо заплатят за нее. А господин Портер живет в Лондоне? Да, но учтите, что Министерство обороны тоже заинтересовалось разработкой. Может явиться Ми-6, если выберем Портера следующей целью. Ценю вашу осторожность, но Ми-6 нам больше не помешает. Да, это только что принесли. Спасибо. Значит, он наша следующая цель. Что случилось? В чем дело? Нет, ничего. Мне нужно уйти. Все свободны. Ми-6 не помешает. Давай. Я-то, кстати, думал, все закончилось. Оказывается, нет. А что, она тоже такой прекрасный гонщик, что ли? Да ё-моё. Блин. И где эта контрольная точка? С самого начала только если. Охренеть.
Грёбаные гонки. Блин, это весь аж сосредоточился. Ты прямо таки уверенно знаешь, куда едешь. Давай, давай, давай. Нифига себе, контрольная точка только сейчас пройдена. Себе ты меня завела то ай-яй-яй-яй-яй. Я еще и в ментов врезался. А те меня вообще с распростертыми объятиями приняли. Хотя бы так, пусть так пока. А почему она-то так может развернуться, я так не могу быстро развернуться? Охренеть, вот это нечестно было. Вот это нечестно было. О, ну, по крайней мере, она передо мной. Блин. И типа она меня не видит еще, да? Лезут под ноги. Ну видят, видят, что гонится здесь. Как это Италия, что ли, блин? Охренеть. Грёбаные гонки. Вот здесь меня выбросило, да, на повороте.
Вот вам возможности машины, нахуй. Вы заметьте, она что по дороге, что по бездорожью, она знает, куда едет. Это прям целенаправленно хренакает. Старайте машину, Николь. На. Николь, стоять! Не с места! Привет, Джеймс. Любите сюрпризы? Бросьте оружие, отойдите от перил. Бросайте оружие! Или что, пристрелите? Предпочел бы арестовать, но могу сдать и мертвой. И давно вы все поняли? Это не важно. Скажите, зачем? Зачем вам это? Был один... влиятельный человек. Я была готова на все ради него. Он попросил помочь. Все было невинно. А затем? Я думала, что смогу проявить себя, если уничтожу Померова. Это ради любви? Нет. Уж вы-то должны понимать. Не хочу быть нищей, старой, одинокой. Кто? Кто он? Да какая теперь разница? Мне нужно имя. Вы не понимаете. Он вездесущ. Сильнее вас. Сильнее Ми-6. Сильнее всех. И он видит нас. Прямо сейчас. Теперь уже не спастись. Николь, пригнитесь, быстро! Бонд. Вы живы? Живы, живы. 007, прием. Вы живы? Да, я жив. Мы волновались за вас, 007. Что случилось? Я цел. Похоже, вам нужен новый агент в Монако. Буду нужен. Знаете, как найти. Конец связи. Да. А ведь она бежала изо всех сил, так и не убежала от своей судьбы. Захренакалась. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, кстати, по поводу вот этой игры, да, это действительно была интересная игрушка. Что ж, пока.